Эй, гей, друзья! Снова всем привет, всем привет! С вами Ликогнин. Что ж, продолжим прохождение игры Deep Stranding с самым Портом Бриджесом. Давайте, мы в прошлой серии с вами выполнили достаточно большой, интереснейший квест, да, связанный с посылкой. Интересно, как я уже говорил. И сегодня мы с вами отправимся в озерный узел. Нам теперь доступен грузовик. О! Да, мужику вообще, конечно, тяжело. Смотри-ка, шапочка. Тебе нравится? А теперь твоя очередь, малыш. Хочешь, я ее открою? Ну, открой, я ж не могу. Что это у нас тут? Что это у нас тут? Космонавт. И моего друга мы тоже одарим. Тебя, что ли? Это мне больше ни к чему. В смысле? Я завязал с этим. Теперь я думаю только о тебе, так что я останусь здесь с тобой. А это мой друг уберет куда-нибудь. Ну? С Рождеством. Хо-хо-хо! С Рождеством! Хо-хо-хо-хо! Да... Жестко, игру. Мужику очень тяжело, это видно. Вот. Прекрасный Бриджес. Ух. Да. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть. Будет изъято вплоть до. Все верно. Давайте все-таки я верну нормальный этот. Ну. Восстановить исходный цвет. О, отлично. Угу, угу. Замечательно. Все же исходный цвет самый лучший. Ну реально. Вроде как бы ты не хотел создать что-нибудь новенькое, но самый-самый. Так, поехали. Синтетический инженер. Так, металлоинженер. Старейшина бессмысленно, пока что бессмысленно. Мастер, пошли. Доставка пестицидов, я думаю, пиццы, ладно. Доставка хрупкого груза для достаревщика. Доставим. Старые книги по истории США. Возьмем. Старинные игры. Замечательно. Берем. Это все заказы эти. Да-да, не переживай. Эти заказы все являются... обычными, стандартными. Так, все погрузить в грузовик 1, в грузовик 2. Смотрим. Три деления было. Всего лишь 5 делений добавили. О, 4 деления все уже добавили. Как круто, да? То есть, настолько реально огромный грузовик. Прям вообще. То есть, по сравнению с этим, он уже не сравнится. Это прям там вообще. Сата. Ну и поехали. Так, стандартные заказы. А, окей, да. Точно, я забыл. Ладно, не я же заставлял, курьер. С ней робот, хорошо. Ага. Вот, давайте удобрение для бонуса. 15% всего лишь. Хорошо. Немножко повысим. Неплохое, так сказать, отношение со старейшиной. Мне кажется, наверное, роботу обидно, что его отправили всего лишь с одной баночкой. Ну и заказы Сэма. Возвращение пушки-липучки. А, доставка швейного набора для косплеерши. Ну, давайте мы это в следующий раз сделаем.
Ага. Так, замечательно, это все есть. Кстати, интересно, а сколько грузовик может себя вместить? Надо бы потом посмотреть, подумать. Ну, сколько же он может себя вместить? Пушка-липучка? Стреляет адгезивными снарядами. Угу. Оружие и снаряд соединены проводом, который позволяет подтащить цель к себе. Да, типа в этом плане. Он прочный. Может выдержать несколько десятков килограммов. Так можно подцепить груз издали. Даже прямо под носом у мула. Ну. Ты умный парень, и найдешь этой пушке и другие применения. Все зависит только от твоего воображения. И еще хочу тебе сказать. Ты можешь опробовать пушку-липучку на стрельбище. Да, да, да. Я бы на твоем месте потренировался, чтобы освоиться. Нет ничего лучше, чем освоиться именно так. Ой, извиняюсь. Это я зазевался. Проснулся недавно. Заказ назначен. Так. Балазган сюда пока что. Надо на стрельбище нам надо реально сходить, потому что у меня очень много заданий от стрельбища осталось. Поехали. Будем забирать ресурсы, которые здесь есть рядом. Ну а там дальше будем смотреть, что да как. Ну вот нельзя так ставить. Ну нельзя, а. С краю где-нибудь, сбоку, да, но не здесь. Ну, ну зачем так делают иногда люди? Вот не понимают. Ну, мы же здесь специально дороги строим, для того, чтобы можно было и быстро ездить, не обращать внимания вообще ни на кого. Опа! Мы поженились. О, отлично. Пожалуйста, присмотри за ними. Ну, я рад, что они поженились. Я рад, что у них все хорошо. Так, мы к мастеру сейчас заедем. Красота, все, можно теперь использовать. Вот. Понятное дело, что грузовики, они лучше всего тебя показывают именно на обычной дороге. Но можно же и на пересеченной даже местности ездить. Я все боюсь их задавить, блин. Пожалуйста. Так, еще и доставка, отлично. Ой, да что это будешь делать, а? Весь утра тебе не хухры-мухры. Это да. Доставляю груз. Спасибо, доставляй. Привет, Сэм. Как оно? Нелегко, наверное, было тащить. Есть такое дело. Может, гранат даст. О, нашивка. Средний узел. Ну да, я же говорил, что можно немножко видоизменить свой рюкзак. Ну, мы типа на него смотрим, да, постоянно. И вот в этом роде. Я кое-что приберег для тебя. Бери в любое время. Да, это он про гранаты как раз. Отличненько. Подарил доработанный гематит. Так, да, замечательно. Так, на спине. Давайте возьму, потому что их продать надо будет. Переработать. Правильно, да? Ты вселяешь в меня надежду. Молодец. Кто бы говорил? Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, ты прав такой уникальный? Какие письма. Ух. Инженер. Старейшина. Возвращение авторучки задолбал этот. О, херальный. Причем херальной художницы. То есть это не до старьевщика, еще дальше. Так, ну берем. Нет. Нет, пока нет. Окей.
Так, инструменты. Так, все в грузовик. Отлично, подтвердить. Заказ назначен. Блин, прикольно было бы, как в Subnautica в первой, да, когда вы можете использовать так называемый этот... Ой, как он? Циклопа, и при этом вы можете использовать мотылек для того, чтобы ездить, ну, например, плавать там, где этого недоступно. Вот это было вообще круто. Я вообще кайфовал, когда первый раз собрал мотылька. Если честно, вообще было бы неплохо пройти еще раз Subnautica, но уже с условием перманентной смерти. Высокоточный прибор. Да, блин, хз. Ладно. Дело в том, что сейчас на метеостанцию я спокойненько попасть не могу. Вот как бы я ни хотел, туда особо я попасть не могу. Давайте-ка, пока едем, да, пособираем тут ресурсы у них. Да вообще пофигу, ребят. Давай, 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 давай. Сюда, на. Вы здесь, отлично. Где ты там, а? Минус нахер. Я, по-моему, двоих связал, нет? Так, отлично. Следующий. Ах, ты ж промахнулся. На тебе. Зачем мне такое большое количество спецплавов? Понять не могу. А если я подпрыгну и... Ох ты ж! Я чё-то... Ну ладно, хотя ботинки прячутся. Так. Отлично. Ах ты ж! Давай, попробуй меня догнать. Лох. Так-то нахер. Да не смолы. Вот тип. Так, керамика повышенной плотности. Замечательно. Вот как раз такие вот ресурсы мне и нужны. Так, металлы повышенной плотности, зеркальные ботинки. Давайте возьму зеркальные ботинки. Керамика повышенной плотности. Отлично. А, ну да. Вот в этом плане, то есть, видите, неудобно. Так. Керамика. 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 Все же лучше. По-моему, сейчас я не подниму это. Все же лучше с собой носить усиляющий контур. Почему лучше? Да потому что... Видите, каких моментов. То есть я просто решил собрать несколько ресурсов. Но пока вот то, что у меня есть, это вот прям не то. Да, кстати, у меня металл есть. А, нет, это там достать, понятно. Так, подождите, это все в платформе, окей. Так, пушку... Так, ладно, надо так, вот, смолы, керамика, керамика, керамика. Ботинки, нет, оставлю, чтобы можно было переделать. Зеркальные ботинки тоже переделаем, керамика, 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 керамика. Все положить в грузовичок, отлично.
Тут хотя бы 300 килограмма позволяет возить. Как бы, кстати, тоже здорово. Давай, демон скорости. Так, металлы, спецплава, металлы, повешенность плотности. Керамика, вот, все, замечательно. Сейчас здесь все возьму, все, что можно. Ну, блин, ну а как по-другому? Я вот в этом плане очень обожаю этим заниматься, создавать, собирать. Так, спецплавом смолось. Ну, ладно, фигня. Отлично. Так. Давайте маленькое количество керамики возьмем. Но вот именно керамика повышенной плотности, это прям вот то, что нужно. Это прям красота. Нормально. Да, вообще это за БС. Так, день у меня на спине, который... Так, вот. Сейчас поближе подъеду. Доброе утро, сэр. Может быть, что-нибудь верну. Лазган, ботинки, керамика, старое вино, фотоальбомы, пресная вода. Бомба-глушилка. Ну вот. Это вот прям, да. Нет, грузовик все. Так. Так, спецсплавы, керамика. Ну. Ага. Ты тише, Сэм. Сейчас дойдем. Положим все. Угу. Молодец. Хорошо. Ладно, бывает. Фиг с ними. Интересно, что у них машины почему-то нету. Или типа из-за того, что у меня машина есть, они поэтому мне дали. Так, ребят, сейчас пару секунд, я посмотрю, что нам пишут с утра. И мы продолжим. Окей. Так, теперь то, что у меня опять же на спине. Нет. Угу. Там, да, по-моему, последний. Да, вон еще один ящик. Поэтому вперед. Деловой контур первого уровня. Кстати, да, можно. Деловой контур, значит, да. Так. Правильно, этот режиссер, бомба-штука. Ну, давайте вот всю керамику, которая у меня есть. Нет, зачем? Все. Отлично. Грузовик почти по максимуму нагружен. И это хорошо. И это прям, я бы сказал, замечательно. Мы сейчас доезжаем следующим образом. Сейчас я доеду, получается, до...
Доставка деталей старого самолета? Серьезно? А это что? Керамика, 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 керамика. Давайте уже до конца дозагружу, да, все, что есть. Можно все спокойненько положить в это, как сказать, на спину. Никто даже не заметит. Че? Вот. Я даже так вот спокойненько могу сесть в машину. То есть он автоматически кладет вещи, которые на спине, да? Что-то частично на переднее сиденье, вон они. Они лежат, да? Ну, а что-то частично в машину. И, кстати, все еще место есть свободное. Чуть-чуть, но свободное что-то есть. Круто. Так я смогу добраться до инженера. Типа по короткому пути, да? Но... Ну, давайте, почему бы и нет. Проверим в любом случае, насколько хватит данного демона скорости. Давайте здесь зарядим. Поехали! Только нужно быть осторожным, можно упасть вообще в любой момент. Во, вот так вот. Я не хотел ломать груз, но в следующий раз сломаю, лучше уж груз сломать, чем я долбанусь тут нафиг. Сканирую удостоверение. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Вот так-то на. Спасибо. Так, заказы стандартные. Подожди. Доставка, доставка. Подтверди. Что скажешь? Привет, Сэм. Здорово. Как дела? Ух ты. Ну, груз в отличном состоянии. Угу. Вино, хорошо. Дальше что мне там дали, доставлял? Мусор 72 килограмма, блин. Офига, ну может быть этот типа что-нибудь придумал, да, он. Ошибка 19, UCA. Некоторые роботы выполнили заказ, отлично. Неплохо, неплохо, неплохо. Перспективный. Продолжайте достать. Так, состояние груза мы увеличили. Теперь вам проще удержать равновесие. Окей. Класс курьера 224. Ну, береги себя. Да и я-то из Б. Отлично. Да, доступен новый груз. Так, выполнение заказов. Общее хранилище. Что у меня тут? Потерянный груз. Эндрю Боу. Старейшина. Мастер. Мастер, мастер, мастер. Режиссер, 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 распределитель, метеостанция, метеостанция. Бензопила, серьезно? Кому это бензопила старая? Потерянный груз, старые украшения. А-а-а, окей. У меня получается, когда ты их, это что ли? Так, режиссер и метеор... Нет, нет, не надо. Не доверять. Не доверять, окей. Я, получается, когда-то старое украшение потерял, да? Ну ладно, что бывает. Бывает, как говорится, в жизни огорчение. О, рад тебя видеть. Ты сделал больше, чем мы могли бы надеяться. Мы это прекрасно понимаем. Угу. Есть такое дело, да, такой молодец. Ну, чуть-чуть там увеличил всякую фичу. Ну, береги себя. Обязательно, прям вообще сижу и берегу себя. Отлично. Да. Так, поехали, чё, куда?
А, типа этот, забрать приборы, да? Блин, вот смысл энергетичный напиток старейшине, ну блин. Да, ну вот давайте, это понятное дело, так, это тоже. Пока вот эти давайте в распределительный узел. В озерный узел распределительный. Так, все в грузовик. А, все, что у меня на спине, сейчас я тоже положу в грузовик. Так, утвердить. Окей. Заказ назначен. Назначен. Так, изготовить... Готовить снаряжение. Так, силовой контур. Золотистый. Серебристый. Вот. Один мне силовой контур нужен. Здесь все нормально. Так, использовать. Подтвердить. Переработка. Так, здесь все более-менее окей, хорошо. Так. Скоростной контур. Зеркальный этот. Ботинки Бриджеса. Я все это... перерабатываю. Да. Все, переработать. Окей, окей. Да не, за что. Нормально, нормально, нормально. Керамика увеличилась, металла, кстати, меньше. Спасибо за ваш вклад. Все же силовой контур, он намного мощнее, в том плане, что даже при больших грузах Сэм может очень хорошо бегать и прыгать. До скорой встречи. Давай, увидимся еще. Рум-рум. Заводи, идем на скорость. Ай. Счастливого пути. Давай. О, ускорение автоматическое. Тут буквально несколько секунд. Какое на несколько минут? На секунду, наверное. Можно, конечно, в том плане, что там типа отпинать этих. Слишком далеко от груза керамики. Ну ладно, наверное, какой-то груз я бросил случайно. Даже не заметил. В смысле, а что, устал, что ли? В смысле, подожди, какой отдых? Я же нормально. Странный свет в крематории. Я пытался в свое время добраться до крематория, но откуда хрен доберешься так просто, если честно. Так. В последнее время в Южном узле стало происходить много терактов. Да и припасы туда поступают нерегулярно. Ну вот. Никто не голодает пока, но в городе постепенно нарастает тревога. Мы хотим, чтобы ты доставил им как можно больше пищи, окситоцина и самого необходимого. Тебе также нужно доставить семена, белковую пасту из насекомых, органические вещества и оружие против тварей с толикой твоей крови. Столетки. Это нельзя переслать по хиральному принтеру. Да мы ж поняли. Это напомнит жителям о том, что они часть нашей страны. Подарит надежду. И если ты сможешь подключить их к хиральной сети, тем лучше. Но кое-что не дает мне покоя. Mm-hmm. С нами связалась Фреджа. Она сказала, берег стал нестабилен. И из-за этого у нее не получается делать прыжки. Ну вот. Пока все не уляжется, на ее помощь не рассчитан. Она сейчас в распределителе к югу от Озерного. Поговори с ней. Ее местоположение отмечено на твоей карте. Кстати, повсюду повышается плотность хиралия. Мы сейчас выясняем, как это скажется на функциональности кьюбинов. Но ты на этот счет не волнуйся. Просто занимайся своим делом.
Смотрите у меня на. Так. Нет, доставка, доставка запрошенного груза, отлично. Их найти надо, блин. Ладно, найдем, не проблема. Просто нужно, получается, ехать где-то, где их, где эти вот пушки-липучки валяются, да? Привет, Сэм. Рад видеть. Ух ты, это куда больше, чем мы ожидали. Спасибо, Сэм. Да, ладно. Так, понеслась. Чё это здесь? Специальное оборудование? Чуть-чуть увеличиваем. Потом. Ну, старые книги, это старые книги. Следующие уникальные инструменты. А, оригинальные инструменты, ну да. Следующие. Старинные игры. Откуда вообще? Непонятно. И следующие. Модель оружия. Чуть-чуть. И образцы пайков. Окей. Что-то я этот, получается, не выполнил самое главное это задание с пушкой-летучкой. Всегда рад, сэр. То есть нужно было куда-то заехать и забрать эту вещь, да? Отлично. Так, заказы. Все понятно. Да, я не верну. Новый заказ. Надо, кстати, узнать? Вернуть надо. Так. Южный узел. Возвращение. Чип, украденный мулами. Чип. А чип нужен. Давайте-ка мы его возьмем. А, нет. Окей. Не могу брать. Понял. Попозже тогда. Так, инженер... Мастер, режиссер. Так, сбор и доставка материалов, типа собрать материалы, принести, да? Возвращение строительных материалов тоже. И экспериментальное топливо. Давайте вот это. Получается потом это. Мы это сегодня, сейчас все выполним и на этом закончим. Да. Мои два трицикла есть обратных, но мне пока мы будем использовать грузовик именно. Так, погрузить все в грузовик. Ничего страшного. Это не проблема. Называется личное хранилище. Тут так до хрена всего. Заказ назначен. Берем личное хранилище. Понеслась. Так. Это мы все вернуть. Ну. Так. Но вот материалы. Это мы сейчас все просто положим в личное хранилище, пускай там лежит. А на следующей серии я заберу. Рус. Так, спецтопливо. Капец, то есть с точки зрения так много, то есть просто вот. Блин, нафига нужно. Не понял юмора. И почему грузовик сразу не взялся? В чем вся суть?
Открываем меню груза. Так, все, что у меня на спине. Складываем вниз. Ага. Хорошо. И поехали. Там какое-то было задание срочное, но я успею ее. То есть мы как раз доедем до территории распределительного узла. Погнали. Счастливого мне пути. Сейчас выполним все задания, выполним все, что есть, и будет красота. Ну, если рекомендован, ну, я же нормально все. Сигнал нейтрализован. Круто. Они меня даже и не видели. 400 металлов, круто. Так что, если что, будем использовать в свое время. Ну, я говорю, но это надо потом. Потому что вот сейчас, по сути, я хочу сделать только следующим образом. Я не хочу доезжать до южного узла. Сейчас я поставлю главную задачу. Первое, это восстановить дороги до метеостанции. Частично восстановить дорогу до этой темпоральной фермы в обязательном порядке. Потом, по-моему, как-то можно восстановить дорогу частично до южного узла, прям реально. Но где-то она закончится. Вот. Выполнить все заказы, получить 5 звезд в каждом из узлов. То есть, если в какой-то момент я, ну, встану в то, что я попаду, как это называется, господи, в ступор, например, по поводу там вот одного чувачка, да, который мне пиццу заказывал, типа, в свое время. Подожди, я проехал инженера? В смысле, а срочно я не взял, что ли? Короче, я ничего не понял. Давай сейчас доедем до мастера. Я сдам вам те грузы, которые есть, и вернусь в озерный узел, потому что я что-то не взял к распределителю. И уже в следующей серии мы начнем с территории именно... Начнем именно с территории озерного узла. Ну, а там посмотрим, как мы будем действовать дальше. Чё-то... Просто надо доехать будет. Может, даже с вами доедем. Да, наверное, даже с вами доедем. Я здесь сейчас остановлюсь, сдам ему заказы. И потом мы вместе с вами доедем до территории. Так, доставка. Чуть-чуть того, чуть-чуть того. Я, знаете, к мастеру в основном хожу ради гранат. Гранаты — это прям вообще наше все. Смол я ему привез, ни хрена там. Это отлично. Я кое-что... Бери в любое. Давай. Гранаты. О, даже двое гранат. Это я все прям беру. То есть считайте это моим личным вознаграждением. Ладно, все, ребятки, давайте на этом мы с вами сегодня закончим. Я вам скажу всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. С вами был Лёха Огнен. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи. Пока-пока. Отлично. Доступен новый заказ.